пошли по улице и увидели, как растут баклажаны прямо среди дороги. А, и вот тут еще растет перчик. Такой маленький чутек. Это в таких домах живут корейцы, это дом на земле называется. И вот нормальные уже дома, виллы. Еще один дом. Тут тоже растут баклажаны. Такие цветочки, такой маленький небольшой огородик в корейском стиле. Пожалуйста, травка на крыше. Всем привет! Сейчас мы с вами пойдем в такой магазин самообслуживания, где можно купить мороженое и приколюхи разные корейские. Вот, пожалуйста, напитки, печенье. Скидка 80%. Но мне кажется, это не так. Заходим в магазин, и нас встречают сразу вот такие пачки с раменами разновидными. Самый вкусный из них, наверное, это шин рамен, инугури, а также чин. Большая разновидность раменов. А также можно увидеть тунца, это консервы, также есть консервы с спэм. Спэм это, по-моему, мясо, да? Что-то вроде мяса. Я даже не знаю, как вам объяснить. Что-то вроде мяса. Консервы со вкусом мяса, колбасы. Бультак, острые крылышки печенья. Может, сейчас даже что-нибудь возьмем. Вот тут гвоздя, печенье. Ну, стоит, конечно, это все недешево, потому что находится близко с домом. Цен нету, но в районе до $1 оно стоит. Пожалуйста. Мороженое, которое какое вы хотите, на ваш вкус. Есть даже вот такой пломбир, который упакован именно в баночках. Есть вот такой. Кстати, тут и нету вафли, тут только мороженое в этой упаковке. Здесь и есть вафля. И также лед, и просто шоколадное мороженое, охлаждающие напитки прямо в холодильнике. По размерам, на любой вкус. Вот такой получается магазинчик. Также есть Pringles. Это вообще редкость для Кореи. Не во всех магазинах он есть, но вот тут и есть. И еще с разными вкусами. Правда, стоит бешеные деньги. Практически $2.04, наверное, но может быть даже дороже, если перевести на российские деньги. Кушайте Pringles с удовольствием, читос за $1.06. И вот такие вот сушеные рыбные морепродукты, сушеная ветчина к пиву. Хотя корейцы, когда пьют пиво, обычно берут что-то сладкое, как бы это странно ни звучало. Есть вот такая касса с самообслуживанием. Здесь вы пикаете товар, оплачиваете. Вот место для карты. И также можно ложить сюда деньги, он принимает купюры. Вот пластыри, там всякая ерунда для первой необходимости. Ой, даже тест для беременности есть. А тут опубликованы воры, которые не заплатили и убежали. Или ошиблись как-то. Ладно, пойдемте дальше. Это Макколи Чип. Тут продается рисовое вино. Это самый знаменитый магазинчик в нашем районе. Пожалуйста, можете увидеть тут цены. Помимо Макколи, еще тут подается разная еда, закуски. Постоянно, каждый вечер тут сидят старики и что-то пьют, сделано в таком традиционном виде. Это у нас служба доставки, грузовик. Я, кстати, подрабатывал в такой компании. Грузовик вот такой развозит товары. Купанг. Это, наверное, как Валберес. Так работают доставщики, вообще большинство Кореи. Вот такая машина загружается посылками. И потом водитель развозит их по домам, быстро поднимаясь по лестницам и бросая эти посылки под двери. Я работал, я знаю. Суть в том, чтобы развести как можно больше посылок и заработать на этом деньги. Люди очень торопятся, поэтому некоторые из них нанимают таких людей, которые будут помогать им разносить посылки, а они просто будут водить машину. Клик корейский Макдональдс, и сейчас будет краткий обзор на покупки. Вот так выглядит меню, заказывайте в аппарате, ну как, наверное, в России. А потом он дает чек, и вы идете за своим товаром. Сейчас мы сделаем заказ и встретим с вами немного попозже. Такой вышел у меня заказ на $15. Сейчас мы оплатим и нам выдадут чек. Для оплаты мы нажимаем вот сюда. Это чему на ее один, а он выходит в дополнительное меню. Мы его отменяем. И чему в Unreal. Все, дальше выбираем, где мы будем есть. Давайте на аккаунт, потому что так будет быстрее. Короче, все, оплата. Для оплаты нужно вставить карту в этот аппарат. Нам выдается вот такой чек.
И все, заказ был оформлен. Пришли на место, поднялись специально на второй этаж. Вот так выглядит Макдональдс. Какие красивые огни. И наш заказ 6101 или 105. Наш заказ 6105. Он пока что в ожидании. На втором этаже есть специальный экран, где можно подождать. В таком желто-черном стиле выполнен этот Макдональдс. Сейчас мы будем ждать свой заказ и покушаем. Есть картошка фри, два бигмака. Кстати, что странно, они отличаются немного по размеру. Я не знаю, может, они так специально сжали картонку. Но он заказал себе фанту, я заказал себе колу. И еще плюс он заказал наггетсы. Пожалуйста. Вот они, кстати, вот так выглядят. Снимай. Расскажу, как это. Картошка фри. Кетчупы в Корее даются вот в таких пакетах. Мы их открываем и выливаем вот сюда, на картонку. Я не знаю, почему это так сделали. Мне кажется, это очень неудобно. И так как я заказал наггетсы, к наггетсам отдельный соус можно было выбрать. Я заказал сырный. Сырный почему-то дается вот такой, пластиковый, наверное. Я не знаю, почему. Чтобы было удобнее есть, макать. Картошку, хотя тоже можно точно так же макать. Вот такой мини-обзорчик на Макдональдс. Сейчас будем кушать. Все, мы поели, и сейчас, после вкуснейшего обеда, нужно... Давай! Все, мы поели. Вот после такого вкуснейшего обеда обязательно следует просортировать еду, то есть, потому что в Корее все сортируется, пластик отдельно, бумага отдельно и еда отдельно. Ну, так как у нас еды не осталось, да? Сейчас мы пойдем, там есть отдельное место, и рассортируем все вплоть до подноса. Пошли. Эти вещи отдельно снимаются и убираются в бак середины. Вся жидкость сливается. Стакан уложится сюда. Остальное мусорное и стол тоже следует скинуть вот сюда. Много не влезает. И все, вот даже можно помыть руки, тут выходит спирт. Мы зашли в Оливия Янг, и сейчас я хочу показать вам самую популярную косметику на данный момент.